А у нас сегодня годовщина свадьбы, у нас 4 года. И ровно 4 года назад, 16 июля, была прекрасная погода, светило солнышко, было очень тепло. Но мы сегодня вот в Саратове отмечаем свою годовщину. Здесь дождик, пасмурно. В общем, погода так себе, прохладная, поэтому мы с Ромчиком прячемся. Вот здесь вот он качается на качелях под крышей, чтобы нас дождик не замочил. А папа там приготовил угли и делает мангал, но пришлось его перенести под крышу, потому что иначе просто все зальет дождем. Бабах! Бабах? Рано еще. Сейчас будет бабах. И оп! Бабах! Бабам! Бабах! Бабах! Опа! Бабах! Как мы с тобой говорим? Бабах! Баба! Дождик какой льет. Ром, сейчас намокнешь под дождем. Пойдем покушаем. Папа грибочки уже приготовил. Пойдем покушаем, а потом пойдем на качелях кататься. Ой. Папа вон уже готовит угли на вторую партию на шашлык. А Рома никак не хочет идти домой и попробовать грибы, которые папа приготовил. Пап, это будет супер вкусный шашлык. А как же, потом Семе передашь. Все, мы снимаем специально для тебя. Надеюсь, ты посмотришь этот влог. Но если нет, не обессудь. Это будет опять самый вкусный шашлык без тебя. Че, грибочки идешь кушать, да? Крышу крыть. Давай. Грибы жарить. Да. На все руки. Он, наверное, на отдыхе сам жарит, да, Ма? Ну, он и жарит. Он, я говорю, а потому что он умеет. Что он тут нажарил? Да, вкусно все. Ой, я даже прям... Шампиньоны в беконе, на самом деле, очень вкусная вещь. Просто берем маленькие шампиньончики, заворачиваем их в бекон и жарим или на шампурах, или на решетке. Никакой приправы, ничего не надо. Она, этот гриб впитывает из себя сок из бекона и получается очень вкусно. Но мы это делаем такое, как... Чтобы не съели шашлычника, пока все ждут шашлык, делаем вот такие вот вкусные грибочки. На улице идет дождик, папа там жарит шашлык, а мы с Ромычем сидим на кухне и ждем. Ромыч у нас одетый, только с улицы пришел, раздеваться не хочет и сидит, потрошит маленькие помидорки. Все льется со всех сторон, но зато ему, видимо, очень вкусно. Ромыч у нас рвется на улицу. Бабулька нашла, чем его занять. Да? Да. Кушает ягодки, сидит на пороге. Шашлычника тут все под контролем. Сидит такой одинокий под дождем. Шашлык переворачивает, музычку слушает. Папа мясо принес нам, да? Шашлыки. Там мясо, да? Будешь кушать мясо? Да? Ты так и будешь в куртке сидеть? Нет? Может, снимем? Снимем куртку? Вкусный шашлык, Ром. Нравится тебе? Нравится? Угу. Ну, 25-й кадр. Любовь у нас с тобой? Любовь. Почему? Любовь. Любовь. Ром. Любовь, вот так, любовь, обнимаю. Это же вообще тачка такая, крутая. Мы вообще, сынок, наверх двери. А где это, сынок? Отломал? Ну, не отломал, а сняли, наверное. Давай оденем. Оденем. У нас, как и положено, в годовщину сидим, смотрим видео со свадьбы. А вот мама. Где же там мама? Две маман, да. Такое ощущение, что у меня лом в заднице.
лом в задницу берет, ощущение такое. Помнишь, как репетировали кольца одевать? Нет. Как это нет? Помню. Помнишь? Помню. Ну ладно. Сынка еще и в помине не было там. Смотри, сейчас мать будет руку целовать. Ну, Настя говорит, я думала, ты ему тоже руку поцелуешь. Ручку и так вот на вытянутой руке. Пока мы тут отвлеклись на видео со свадьбы, Ромыч тут что-то понажимал на моем телефоне и сидит. К уху его прикладывает, как будто разговаривает с кем-то. Алло, 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 алло. В другую руку. Алло, сынок, вот звони мне. Алло. Родственники, друзья, сейчас мама будет звонить. Деловой разговаривает. Занесло. Пока мы тут смотрели свадьбу, Ромыч тут взял мой телефон. И он у меня теперь не работает. Я не помню свой пароль. Не оставляйте детей без присмотра, называется. С телефонами.